вечер, уважаемые дамы и господа. Мы споем несколько песен. Первая из них называется «Лирическая», и она посвящается всем женщинам в зале. Здесь лапы у ели дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном тихом лесу, откуда уйти невозможно. Пусть ревухи согнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя соберу во дворец, где играют свирели. Мой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее, чем лес заколдованный этот? Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя соберу светлым терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне? Осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если гроша тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то залял. Спасибо. Мы, кроме того, что мы играем песни Владимира Высоцкого, мы записали альбом вместе со Стасом, и хотим вам сыграть эту песню с этого альбома, которая, правда, относится к Высоцкому лишь косвенно. Называется она «Ебноци», и она на чешском языке. Я хочу, чтобы вы послушали мою родную речь. Thank you.
Сейчас будет горная лирическая или песня «Ну вот, исчезла дрожь в руках». Да, и это будет с мандолиной. Ну вот, исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот, сорвался в пропасть страх. Для остановки нет причин, иду скользя. Одни нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один бус мой. Среди невзятых рубежей один за мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди непройденных дорог одна моя. Здесь с голубым сиянием вдовь весь мир облик, и тайну
чьих-нибудь следов. Гранит, храни. И я иду в свою мечту поверх голов. И я поверю в чистоту слов и слов. Так пусть пройдет немалый срок, забудь. Зачем сомнения я смог в себе убить? Кто здесь считал мне вода? Главному организатору этого мероприятия, которым, как вам хорошо известно, является госпожа Марлена Зимна, не знаю, как это правильно произнести, но вот, значит. И, значит, это песня памяти Владимира Семеновича Высоцкого, которую написал чешский поэт-исполнитель Олдрих Олаф Мартиняк, и называется «Владимир». И, как вы обратили внимание, мы опять сменили инструмент. Значит, Стас сыграет эту песню на аккордеоне, будет аккомпанировать. Ну, момент. Я тужил
Чорному кручі